This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions, and you just answer truthfully. Ми на Україну не нападали. Себе. Она со всеми и ни с кем. Она нужна всем и не нужна никому. В ее зеленых глазах легко можно прочесть, что она принадлежать никогда не сможет одному. Она всегда молчит, может быть, просто нет слов, а может быть, считает, что нет смысла отвечать. Но в отличие от всех, она хотя бы не врет. И если ты так захочешь, то она сейчас опять уйдет. Еще один день, еще одна ночь, еще один год. Ты так надеешься, что у нее это пройдет. И кажется, что ждать осталось еще немножко. Хочется верить, но она всего лишь кошка. Что ей снится, когда слезы на ее ресницах, когда в эту ночь опять не спится, не так больно курить одну за одной. Ты все простишь утром, когда услышишь свою дверь, звонок. Она опять улыбнется и уснет у твоих ног. И что-то внутри вдруг снова станет на место. Так далеки друг от друга, но все же кажется, что вместе. Сейчас она с тобой, а завтра с кем-то еще. Она тебя понять не сможет, ей просто все равно. Ведь все, что ей нужно, развлечение и вино. И каждая ночь, не каждый раз заодно. Она вернется опять и снова будет молчать. И ты ее не вини, если совсем не хочешь потерять. Помолчи немножко и попробуй просто понять. Ведь она всего лишь кошка и хочет спать. Что ей снится, когда слезы на ее ресницах, когда в эту ночь опять не спится, и так больно курить одну за одной. Капли слез из глаз, такой дешевый прием. Когда ты видишь в кино, совсем не так, когда живьем. И думаешь, что жизнь почему-то прошла, а это просто на две части разделяются сердца. И кажется, зачем жить, ну это пока. Ну а завтра снова ждать телефонного звонка. И как не тяжело сказать, что все хорошо. Хотя на самом деле врать друг другу в лицо. Деньги это ничто, но за них легко купить человека, которого так хочется любить. Но их не может много быть, они закончатся опять. И тогда она уйдет, ведь она всего лишь кошка. Кошка, 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 кошка. Что ей снится, когда слезы на ее ресницах, когда в эту ночь опять не спится, и так больно курить одну за одной. I love you too.
Sun and House of Gucci. Welcome, it's Alexandra, and welcome to Vlog from Europe. So my friends, when I was young, I read a book and it was said there that family is not for everyone. Maybe you are not created to have family. And unfortunately, I believed in that. I would like to tell you that family is very important because this world is somehow everyone is protecting his own. And if you are not belonging to some part of society, there are people that would like to take something from you, material, I think. And even it can be your close relatives, like your sister, your brother, your aunt. It is like it is, and even sometimes children would like to take almost everything from their not married parents. But if you have someone next to you, your soulmate, your partner, your wife, husband, you can... Погоди.